Приехал командир Халиков применять физическую силу к Юрию. Это не физическая. Уже на помещении. Серьезно, ко мне физическую силу применяешь? Уже на помещении. Допустите моего представителя. Я его защитник. Допустите. В суде будете представлять. Допустите. Не применяйте ко мне силу. Вы кто? Я служебно помещение. Представитесь. Представьтесь. Я уже представил. Кому вы представитесь? Не применяйте ко мне силу. Вы что делаете? Вы что творите? Тоже. Что это такое? Сейчас на основании. Кто это такой? Он мне не представился. Понимаете? Он мне не представился. Почему он меня дергал? Почему мне рюкзак рвал? Кто вы это такой? Кто вы такой? Кто вы такой? Не трогай меня. Служебно представиться, представиться, предъявить законные требования. Представиться законные требования. Что это такое? Вызовите полицию. Кто это такой? На основании чего физической силы применяется? Выйдите. Представьтесь. Законные требования. Кому вы представились? Законные требования. Лена. Если да, на видео. Смысл в ком тоже. Посмотрите, примите меры. Человек. Зачем ко мне физическую силу? Я защитник его. Скорую почему-то вызвали, я вижу, скорая приехала, поэтому прошу вас принять меры и вызвать, возможно, наряд полиции, чтобы нарушенное право гражданина на защиту в том числе было восстановлено. Вот сейчас нас не пропускают к нему, у него статус, как нам сообщили, задержанный, у него есть подобные права. Two hours later. Все нормально? А чего там скорая приехала? Он попросил, он попросил скорую, тут, мы ну, посмотрите, право. Я понял, смотрите, жарище реально, что это происходит? Нет, здесь жарко. Мы стояли нормально с вами, общались. Нет. Кто это? Это командир. Я вижу преступника перед собой сейчас. Почему преступник? Я вижу преступника, вижу. И я вам, к сожалению, сочувствую. Пожалуйста, заявление на сотрудника. Я уже оставил. Смотрите. Вы сейчас по-любому запоете своим другом. Нет, бумагу сейчас примите, пожалуйста. Друг будет в самом отделе полиции. Можно заявление здесь написать вам? Заявление? Примите меня. Можно, сейчас примем. А адрес какой? А? Адрес какой? Профсоюзная, 59, строение 1. Профсоюзная? Да, сейчас. А это понятые, наверное, да? Или понятые? Это понятые, да. Совкойся, он на телефон все снимает, до сих пор снимает, потом посмотрите. Я понимаю, вы видели, что вроде все нормально общались, и он... Я бы с ним поговорил, он бы назвал, я уже назвал все его данные. У вас есть его данные? Мы называли данные, чтобы люди стоять, Я сказал, я... Мы пытались даже вот с вами вот как бы... Ну что дальше, это основание какое-то? Подождите, я по телефону... Нет, по-хорошему, что здесь основание? А по-плохому как? По закону, просто, наверное, надо? По закону, по-хорошему, спрашивали, назовите данные. И он бы уже давно ушел домой. Ну не назвал. Он даже на ВДНХ, на аппаратуре отказался. Хорошо, не назвал он данные. Дальше процедуру провели, выяснили? Ничего, выяснили. Сейчас вопросы-то какие? Сейчас, когда уже, конечно, выяснили, при понятых, он сказал при понятых, все, изъяли паспорт. Выяснили. Изъяли паспорт? Всё. Изъяли паспорт. Изъяли паспорт, изъяли прям? Да. Ничего себе. А как мы? По протоколу, как положено. Протокол изъяли. То есть протокол? На основании того, что ему выписан протокол в состоянии алкогольного опьянения. Понимаете? Уже? В общественном месте. Уже выписали. А свидетельственные когда было? Это свидетели. Свидетельства. Сейчас поедем. Да, сейчас поедем на свидетельство. Понимаете? А вы можете пока время не лететь, в 7-й отдел доехать, мы туда его повезем. А вы как, по наземной повезете? Да. Повезут его на машине, а вы едете на метро. Метро уже... Еще? В принципе, это прямая ветка, она без пересадок, 0,53 уже. 22 минуты. Меня забрали телефон, который я снимал. А телефон-то за что? Ребята, вы только что сказали, если он снимает безопасность. Если вы ничего не знаете, при понятых изымают вещи. А? Понимаете, с его личным данным ничего не будет, потому что мы отвечаем за его личные данные. Я видел, я говорю, вам видел видео из этого отдела, комнаты, хоть это было давно, но телефон не имеет права изымать, нет, даже если он задержан. Смотрите, понимаете, это опасный предмет, да, который он может... Сохранность личных вещей, мало он сейчас начнет телефон долбить и скажет, что сотрудник хорошо, полиции... Не хорошо, не он то же самое, уже... подождите, то же самое он сейчас может порвать на себе трусы, вы у него трусы изымите, прошу прощения. А трусы не имеют цены?
Да ладно. Да, конечно. Вы думаете, я вам не предъявлю иск, если вы с меня трусы сейчас снимете и выбросите их куда-нибудь? Мы не будем ничего снимать, если только вы сами снимете. У некоторых людей трусы стоят дороже, чем телефон у меня. Ну, это знаете. Я просто вам говорю, зачем изъяли телефон. Я вам отвечу. Хорошо, я вам отвечу. Для того, чтобы удалить возможное доказательство его невиновности, а также виновности других лиц. Я так думаю, в прессе работаете? Конечно, да. А? Сколько здесь последний почты? Куда? Вы, если... Вы, хорошо, хорошо. Понятые, вам права-то разъяснили? Да. Вам сказали, что вы можете отказаться, если хотите. Ну вот тогда... Смысл в ком тоже смотрит? Вот смотрите, примите меры. Человек... Сейчас действия какие? Изъяли у Юры телефон. Скажите, как вас зовут? Только. Меня зовут Михаил. Заявление, пожалуйста, примите на это. Смотрите, заявление. Слушай, Юра сидит на пиковой зарешке. Я заявление приму. Телефон у него отняли. Все равно в отделе писать. Нет, понимаете, нет, вы должны принять. Вы отказываетесь принимать у меня заявление, да? У меня бланков нет даже. Устно примите. Почему? Устно примите. Здесь вот бланки пишутся же, да? У меня шанс, да. Ребят, сейчас 22 последних. Вы лучше ехать, реально, в 7-й дел полиции. Вы там напишите. Мы здесь хотим написать. Потому что там еще вещи там, надо там, отдать. Там еще вещи, да. То есть вы суфлируете друг друга. Я не суфлирую, просто там. Я уже заявил о преступлении, и сюда должны подъехать. Заявление, что вы... А что? Вас на вас уже заявить. Противоправные действия. Все, я говорю, физическую силу здесь вот у меня. Поцарапали руку. Профсоюз, да? Я здесь буду писать. Я здесь буду общаться со мной. Вы парни человек. Я боюсь за свою жизнь с вами, находясь рядом. Выйдите. Я сейчас пишу заявление. Выйдите. Я заявление пришел написать. Я вам сказал, где написать? Нет, я вот здесь вот пишу. Мы сейчас даем заявление. Человек принесли. Вы пишете. Я заявление. Заявление пишу. Вам не нужно знать. Я пишу заявление. Хочу оставить заявление. Вам не нужно знать, это личная информация. Я вот сотруднику, да, серьезно. Я здесь нахожусь. Нет, мало того, что здесь находитесь. Вы принимаете физическую силу и... Помещение. Нет, мы сейчас пишем заявление. Он командир у нас. И что дальше? Ну, мы даем... Мы заявление... Представьтесь, пожалуйста. Заявление примите. Сейчас здесь хочу написать. Я не хочу никуда. Я здесь хочу принять. Я хочу, чтобы здесь приняли заявление. Я должен куда-то ехать. Зачем нам сотрудники полиции? Я увидел здесь преступление. Я хочу вам оставить. Вы сами сейчас мы сейчас позвонили. Почему? Я вот к вам пришел, вот неизвестный. В телефон доверия позвонили. Я 112, что здесь преступление. Мы хотим здесь написать заявление. Позвонили, молодцы. Примите, пожалуйста, заявление. Заявление? Все в отдельно пишите. Нет, здесь не принимайте. Я принимаю сейчас все равно. Я не отказываю заявление принимать. Принимайте. Я не отказываюсь полиции. Устно сейчас вам продиктую. Есть 7-й отдел полиции. Нет, понимаете, мне не важно, какой отдел полиции. Можно написать заявление, понимаете? Мне нужно... Выйти. Все? Да, все распишем. Проходите прямо. Спасибо. Антон! Да, Юр. Попросите удалось воды, я уже больше не могу, я больше 2 часов. Не могу я воду-то передать? Знаете? Да, правда, из-под крана, если что, это... Вот такие пыточные, я скажу, условия. Какая тут температура? Градусов 30, по-моему. Я не знаю, как тут полицейские сидят, если они, конечно, навряд ли они тут сидят, они, наверное, как раз на улице сидят. Фу. Вот я понимаю, почему люди из Средней Азии приезжают, нам здесь тепло. Фу. Вам обращение можешь делать? По поводу. Обращение. Какие-то принимают, какие-то обращение нет. Обращение можно там сделать? Вам, ну как сотрудник полиции. Нет, я же не знаю, просто вы примите, зафиксируйте заявление. Не, без разницы кто. Вы как сотрудник полиции можете? Какой номер сообщить? 003-137. Примите, пожалуйста, заявление у меня. Кратко, можете принять устно, как вам удобно, письменно. Говорите. 30. Устно будете применять. Можем? Скажите, узнаю, кому отдаю заявление. Фамилия, отчество, сотрудник. Кому? В общем, полицейские не представляются, заявление не принимают. Рассматривать будет по разбору. Нет, кому даю заявление? Все. Кому оставляю заявление?
Ну, да, заявление. Ну, можете представиться-то нам или нет? Вы... Нет, нет, кому заявление? Я хочу вам заявление оставить. Мы к вам обратились. Что за полицейский? Вы же полицейский, правильно? Юра лежит на скамейке, ему плохо, у него тут скорая, значит, не знаю, есть, да. Жарище градусов 30. Хочу вам оставить. Нет, устно хочу оставить вам. Можно устно оставить? Можете устно, но что-то оставить. Я хочу узнать, кто вы, и оставить вам устное заявление. 736-й приказ. У меня нет листка, ни ручки. Я пришел в отделение полиции сюда написать заявление. Вот сюда пришел. Здесь отделение полиции на метрополитене. Вот увидел сотрудника полиции вас, и хочу оставить вам заявление. Можно мне это сделать или нет? Ребят, заснимите, пожалуйста, что я лежу на бомжовской какой-то лавке, здесь нет никакой подстилки. Меня с голым телом положили вот на эту лавку здесь деревянную и хотят снять электрокардиограмму и говорят, ну что делать? Больше делать нечего. Вот такая медицинская помощь. Да, ну подсылки с собой не носят. Понятно, да? Узнать фамилию и отчество ваше можно? Нет. Нельзя, да, тоже? Да. Прекрасно. Вы знаете, что вы как свидетель будете вызываться? Да, пожалуйста. Вот, по номеру просто. Вот смотрите, ребята, какие сотрудники, то есть да, здесь наручники, дубинки, все что угодно, да, 4 сотрудника полиции просто измываются, заявления отказываются принимать, ничего на них не действует. Заявление вы сами, заявление пишет, я заявление не могу. Заявление пишет, собственно, ручка. Кто вам такой сказал, я не владею письмом, что будет, если я не владею письмом, я говорить могу только. Я говорить могу только, если я не владею письмом. Да. Серьезно? 736 приказ, 14 пункт, устное заявление принимается и регистрируется. Я вот просто вижу, сейчас составляется материал, а человек лежит вообще беспомощный с медиком. Смотри, здесь беспредел, здесь же об этом даже не говорили. Нет, просто смотри, получается, защитники не допускаются, а сам, ну скажем так, задержанный не допускается, вообще и в его отсутствие составляется... Он, конечно. То есть выдумывает. Как попало, да, вот он пишет, он переписывает данные, изъял паспорт. Изъял паспорт, ну вообще молодец, изъял. И телефон. Вот нужно всех зафиксировать обязательно. Значит, ой, господи. Которые больше не вызывают. Разрешаю. Вызывать обязательно их нужно будет. Все, составляется, а понятые ушли. А, понятые были? Вот, это понятые были. А-а-а. Только для какой процедуры непонятно. Они же ничего не фиксировали еще. Они сказали, мы все это подписали, мы можем идти? Говорят, да. То есть это... У меня повышенное давление. А с чем это может быть связано? Причина вас. А температурный режим вот этого более двухчасового задержания может им быть? Причина вас. Однозначно сказать. Но вы чувствуете какие-то условия пребывания? Мне очень жарко. Конечно, да я весь обливаюсь потом. Вот это уже больше двух часов длится. Вот. А почему телефон отобрали? Потому что я фиксировал процессуальные действия сейчас. Ты здесь писал, да, на видео? Да, я здесь записывал на видео, но вот этот вот сотрудник полиции с тремя звездами вдоль погон. Халилов вроде его фамилия. Да, Халилов, да. Как? Вот. Я не знаю. Меня вырвал из рук. Вот. И протокол изъятия никакой не собрался. А паспорт как пропал у тебя? А у меня его из моей сумки вытащили. А, вытащили из своих личных вещей? Да, вообще все вещи, деньги. Ты это все фиксировал? На видео есть это? Ну да, должно быть. Хорошо. Если не будет, ты посиди, присядь. Да, тут реально жарина. Вообще. А еще, если вы вот сюда зайдете, здесь на лавке кровь. А нас сюда не пускают и силой выталкивают. Среди вас есть журналисты? Конечно. Вы имеете право проходить в административные здания для я журналистов знаю. Расследования. Юра, нас как защитников не пускают. Нет, вы не как защитники. Да никак без разницы, они никак не пускают. Как есть по указанию для вот это. У вас должно быть предписание. Предписание от кого? Нет, я на съемку. Не чувствую. Юр, не спорь. Юр, не спорь. Очень образованные все. И вообще даже не говорят. Предписание какое должно быть. Пройдите, пожалуйста. Да. Куда? На лавочку, присядьте, пожалуйста. А почему я должен быть здесь? А? Мне не кажется, никаких документов возвращения. Вы задержаны, вас выписал административный протокол. Я бы не вижу этот протокол. Я бы хотел бы делать свои возражения. Вы
свой протокол для закона. Я хотел бы... В отдел. Прочитай. Почему вы составляете-то без него? Во время составления возбуждения административного производства в отношении меня давать свои возражения, возражения и объяснения. Могу ли я это сделать сейчас? Во время составления протокола. Ну, отказали, мы стоим здесь, где нам, собственно, разрешили, так скажем, да, заявление. Пытались составить заявление, тоже не принимают. Не знаю, стоим просто, чтобы человеку ничего не сделали, потому что... Присутствовать при составлении не можем, но вот не пропускает неизвестный, не представившийся, я смотрю. Почему он не представляется, напомню? Потому что он нас не задерживал, по-моему, да, он говорит? Да. Я вас не задерживал, поэтому я не буду представляться. Что-то такое было. Я вас не останавливал. Ну. Это вот любитель Металлики у нас так говорил. Вот очень хочется обязательно идентифицировать через значок любителя Металлики, вот остальные все есть. И обязательно вот при обжаловании каждого отдельно вызывать, прямо вот на суде, как это было под видеозапись, с просмотром видеозаписи вот этой, чтобы каждый, не знаю, скорую помощь, лучше они там все смогут. Представляешь, вот человеку, да, приехать нужно найти, все, он весь мокрый, весь насквозь. Помощь скоро понадобится. Вместо того, чтобы ездить на вызовы людям, которые попали сами в беду, они вынуждены ездить туда, куда полиция привела. Пять человек есть полицейских, да, и вот понимаешь, что происходит, да? Скорая, потому что человека довели до такого состояния, молодцы, блин. Никакого не будет. Господа полицейские, время 1:30. Я не вижу протоколов, в чем я обвиняюсь. Я ничего не вижу. Почему я сижу здесь в 1:30? А, 1:30. 1:30. А сколько ты был задержан, так скажем? Около 22 часов прошедшего дня. Уже 3 часа прошло. Я не вижу ни протокола, ничего. Что? Во сколько был задержан гражданин? Сообщите, пожалуйста. Сейчас, понимаешь, нас же ты говоришь, что не защитники же. Да его не останавливают самого. Он спрашивает. Пачка документов. Товарищ 3 звезды вдоль погонов. Где мой протокол? Когда я смогу с ним ознакомиться? Когда я могу сделать замечание в процессе его составления? Машина, поедете на суд. А как бы я поеду на свидетельство? Если у меня такая обязанность, чем она предусмотрена? Каким законом? Я вам объясню. Он так всем объясняет, что никто ничего не понимает. Так же, как вы. Да, беспредел чей-нибудь таких, как вы. Беспредел устраивает. Все. Нарушение, а потом хотите какую-то правду. В чем нарушение мое, коллега? Что я нарушил? Кто нарушил? Фамилию, он не клерк. Как фамилию? Что, я с вами водку пью еще? Не дай бог с тобой водку пью. Вы еще водку совсем пьете? А почему я с тобой нельзя на ты разговаривать? Ну, вы не прав? Имею право. Вы про нарушение какое-то, что вы? Ты с тобой? Имею право. Я не имею право. Имею право. Да. Ты Калилов? Фамилии как? Внутри не показывай. Я вам представляю. С комнатой. Да. Вот, наконец-то нас подмога. Приехал подмога. Спасибо. До свидания. Все в отдельном, пожалуйста. Я здесь буду писать. Здрасте. Основная метровая камера у нас запрещена. А. Спасибо. На будущее. Хорошо, на будущее. Как наступит будущее, я сразу учту это. Здравствуйте. Я по отделу начальник отделения службы Фильчева. Да. Как? Фильчева. А вы руководитель, да? Нет, ну вот майор впереди. Ага. Можно заявление будет вам оставить? У нас просто отказываются сотрудники заявления принимать. Скажи, что мне это приказывается. Да, здесь человек не отказался представлять. Далее. Я занимаюсь. Вас как? Антон. Меня зовут Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, смотрите, можно выйти? Смотрите, я понять, почему не принимается заявление и не допустили человека защитника. Он нас выкинул отсюда. Применять физическую силу. На камеру действует. Мы будем обязательно этот вопрос.
фамилию вашу знаем, мы будем обязательно обратить на главку, так как мы являемся проверяющей организацией, представляющей Московскую Хельсовскую группу, и мы будем обязательно руководством связываться, и почему такое происходит. То есть не допустили защиту. Защиту к нему не допустили до сих пор. Составили материал, понятых не было, отпустили. А в этом мы не можем. Конечно. А как взрослый человек? Если надо будет, найдется. Нет, составление материала защиты. Понимаете? Если потребуете, мы с вами поговорим после требования. Где деньги мои вещи? Здесь. Все там. Покажите. Покажите, опечатанные деньги. Все там записано. Все. Нет, подождите, я отсюда не выйду, пока не увижу свои вещи и деньги. Покажите мне вещи и деньги, опечатанные. Опечатанные вещи и деньги, изъятые. И протокол-то где, копия? Нет у меня никакого протокола. Как? Вот это у меня бумажка, это я заявление на сотрудника полиции. И не дали дописать, что ли? У меня нету ни протокола. Чего? Где опечатаны мои вещи и деньги? Все внизу. Там, Владимир, снимите, пожалуйста, где мои вещи? Я не знаю, у меня загораживают. А, не вот так вот? Вот а, не просто скопом, вот так в вашей руке? Это опечатано называется? Кошмарный. Послушайте. Антон, его уводят. Вещи все изъяли, ничего не опечатано, просто в рюкзаке сложены скопом. Ну, пойдем туда. Юрий, куда тебя везут? Я понятия не имею. Седьмой отдел полиции. Приключение-то на ночь. Так а почему почему ты задержан, когда уже прошло больше 3 часов, скажи мне? Понятно. То есть без протоколов более 3 часов человек задержан? Не знаю. Понятия. Ты подписывал какие-нибудь? Тебе давали вообще подписывать протокол? Нет. Никаких протоколов. Моего защитника, пожалуйста. Нет. Ваш защитник в 7-й отдел полиции приедет. Подождите, это сольные действия. Это же мера доставления. Это мера принуждения административного. А что же? Я хочу, чтобы со мной присутствовал. Пусть едет не метрополитен, он еще работает. Сейчас 43. Я боюсь оставаться без своего защитника. Сейчас час 43. Звоните, проходите. Что, вы отказываете? Да. Юрий Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, подождите. Юрий Евгеньевич, они сейчас приедут, Юрий Евгеньевич. Одну секундочку. Да ничего страшного. Они сейчас 7-й отдел приедут и там все узнают. 5 секунд. Кто мне отказывает в юридической помощи? Вот мой защитник стоит. Владимир Арсентьев, вот передо мной стоит. Кто мне отказывает в юридической помощи, чтобы он проследовал вместе со мной? Это машина для задержанных, а не для помощников. Какие-то административные процедуры сейчас. Вот там есть почему он задержан больше 3 часов? Он уже не задержан. На основании чего? Да, основание. С момента составления административного протокола я имею право пользоваться юридической помощью. Разве не так? Пожалуйста, он сейчас приедет по отделу. Где? По отделу и все. Там будет протокол. Вместе. Там он будет ознакомливаться с этим. Юрий, понимаете? Уже вышел срок. Задержание. Вы не имеете права его сейчас задерживать. Вы понимаете, наше дело доставить. А ваше право нарушить, а наше обжаловать. Вы так это говорите сейчас. Ваше право нарушить, понимаете? Я даже не задерживал его, понимаете? Вы его сейчас задерживаете. На профсоюзную? Да, задерживайте. Ну там командир стоять подскажет. Понятно. Вот так вот. Юра отметил день ВДВ. Ему в этом помогли. Халик, вы как-то его, как там? Когда ж выпустите заключенного? Ну, какого заключенного? Какого? Которого заключили под стражу. Давайте я с вами попробую пройти. А ты что? Нет, попробую. Ну просто, чтобы он выписал мне. Так что там, вы сообщили? Я дежурную передал. А и все? Ждем, пока вы отреагируете. Что-то там просто никто не отвечает. Здорово. Володя, а ты-то почему не спишь? Да потому что ВДВ. ВДВ продолжается? За ВДВ.